Подписи поставили, руки пожали. Уникальный договор. Сбербанк даст кредит компании «Профресурс», которая входит в группу компаний «Селф», по новым правилам долевого строительства, то есть с использованием счетов «Эскроу». По новой схеме привлечения средств в крае уже строят отдельные объекты, но целый квартал впервые. 125 тысяч квадратных метров и около 5 тысяч квадратных метров – это административно-торговых помещений. Проект планируется вводить в эксплуатацию, и проектное финансирование также запланировано в 3 этапа. Квартал появится на месте старой автомобильной барахолки. Предусмотрены расширенные проезды, парковки, озеленение, детский сад, школа, поликлиника. Уже сейчас на месте роют котлованы и вбивают сваи. 16 многоквартирных домов планируют закончить к концу 2023 года. Банк оценил такие сроки строительства как реальные, иначе кредит бы не дали. И это только один из критериев проверки застройщика. Банк смотрит на три вещи. Это на застройщика. Он должен иметь опыт, ресурсы и вообще готовность и способность реализовать проект. Смотрит на параметры проекта, на его техническую стоимостную часть, которая должна подтверждать, что он за эти деньги будет построен и реализован, и, конечно же, на рынок. А в Центробанке проверяют сами кредитные организации, так что дольщики, как говорят разработчики нового закона, должны быть защищены со всех сторон. Чиновники, присутствующие на встрече, подтвердили, такая безопасность необходима, ведь объемы строительства в Барнауле уменьшаться в ближайшее время точно не будут. Андрей Дриер, Александр Антропов, «День с толком».